Всем большой привет! С вами сегодня Дарья и Кендалл. Мы сейчас собрались идти гулять, и мы собирались 4 часа. Наконец-то мы собрались. Я не знаю, как вообще люди собираются идти гулять с детьми, потому что я собиралась 4 часа. Я и Кендалл пришли погулять на пирсе, и первый раз в жизни его закрыли почему-то. Это очень-очень странно. Вот, я взяла себе кофе, и сейчас тогда пойдем на каналы. Смотрите, какой попугай. Сейчас нахожусь на каналах Венеса. Это такие каналы, как в Венеции. Почему называется Венес? Это все пошло от слова Венеция итальянского. Потому что Венеция, там канальчики такие есть, и вот это тоже каналы. Это специально все построили, чтобы сделать себе такую маленькую Венецию. И находится все это буквально в 3 минутах ходьбы от океана. То есть здесь очень много всего красивого. То есть ты идешь, раз тебе океан, пляж, песок, пальмы. Идешь потом дальше. Тут каналы, деревья, природа, зелень, красота. Я вот иду и понимаю, какой же я счастливый человек. Я могу гулять под солнцем, под пальмами, возле океана, возле водички, с ребенком. И у меня есть такая возможность растить своего ребенка именно здесь, в хорошем климате. И вот здесь на каналах такие домики классные, очень красивые все. Так все ухожено, красиво. Но, блин, я чуть не уехала на газон. То есть все очень круто и красиво, но я бы, например, не смогла здесь жить, потому что, ну, ты прям слишком как на ладони, потому что сюда может любой человек пройти, начать пялиться тебе в окна. Я бы не хотела. И вот тут такие лодочки есть. Но я думаю, что это чьи-то здесь. Ну, я не думаю, что можно так просто так взять и прокатиться. Я думаю, что это хозяйские. Наверное. Вот, и это просто офигенно, что вот есть такая возможность гулять, дышать воздухом. При том, что сегодня середина января, и вот я так одета, вот, в джинсах, в кроссовках, в кофте. И мне хорошо, мне не надо одевать 300 шуб. О, какой классный дом. Ой, блин, ай. Это я чуть не врезалась. Тут такое растет лимонное дерево. Тут вот такие небольшие мосты через каналы, и это очень прикольно смотрится. Ну и через них можно ходить. И вообще, ну как бы любой человек, прохожий, может сюда пройти, посмотреть, тут погулять. Это очень круто. И здесь не очень много народу, поэтому я люблю это место, потому что оно очень спокойное, очень тихое. И здесь так красиво. Я так давно не снимала влоги, что я немного стесняюсь, я не знаю, что вообще говорить. Сейчас проходила мимо дома, и там мужик. Нет, как-то странно звучит. Сейчас проходила мимо дома, и там, в общем, блин, я опять. Как только я отпускаю одну руку от коляску, она мне едет куда-то в сторону. Поэтому безумно сложно снимать и ехать одновременно. Прохожу мимо дома, и там мужчина с женщиной сидят на диване, что-то читают книжку, а я прохожу и пялюсь к ним в окно. Это безумно странно. Поэтому я бы не хотела жить здесь в доме, потому что ты прям как
у всех на виду находишься, да, ну как-то не очень. Я поняла сегодня, что пить кофе, вести коляску и снимать видео одновременно – это очень плохая идея. Я сегодня полчаса думала, что мне одеть. В итоге я тут же себе закапала кофту, я закапала себе кроссовки, мои любимые. Ой, так, вот это было опасно. Закапала свои любимые кроссовки. Я сейчас иду в очень опасном месте. Мне надо просто научиться вести коляску одной рукой, тогда это будет гораздо проще. Я вообще как-то не особо люблю за другими людьми наблюдать. Я когда здесь иду, мне всегда хочется заглянуть ко всем в окошко. Это нормально, нет? Так я веду двумя руками и камерой держу. Может быть, нормально. И вот я, кстати, такой прилепила фонарик. Такой фонарик, чтобы когда ты переходишь дорогу, когда уже темно или уже смеркается, чтобы тебя видели. Пусть это будет выглядеть как-то глупо или непонятно, но зато тебя увидят. Элементарно, когда уже темнеет, многих вещей не видно, людей не видно. Вот, и поэтому пусть лучше я буду ходить как цветомузыка, но хотя бы меня будет видно. И еще вам покажу по секрету, у меня такой газовый баллончик. Вот, как раз сейчас уже солнце садится, уже смеркается. И как раз вот я включила этот мигалку, чтобы нас было видно, когда мы переходим дорогу. Это одна из лучших покупок за последнее время. Такое кресло, там можно установить режим. Ребенок лежит и качается, там можно установить шумы, и они будут напоминать ребенку о звуках, которые он слышал в утробе. И плюс ты можешь контролировать траекторию того, как качается кресло. И самый классный момент то, что ты можешь это контролировать с телефона. Я могу сидеть за столом или в другой комнате и контролировать, как оно здесь все работает. Прогресс. Это лучшее инвестирование $200 за последнее время. И вот у нее здесь такие игрушки, она может на них смотреть. И ей хорошо. И мне хорошо, и она спит. Всем большое спасибо за просмотр. Всех обнимаю, всех целую. До новых встреч. Пока-пока. А вот, кстати, мы убрали елку, у нас теперь нет елки. Теперь у нас здесь коляска. И все новогодние украшения мы тоже убрали, все убрали. Baby,